Большая стройка, формула праздника и экологичная новинка. Белорусские ученые разработали съедобную упаковку. Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели тех, кто видел все своими глазами. Я Николай Силков. Мы начинаем. Отмена роуминга, дело вкуса и электронные паспорта, когда в Беларуси начнут выдавать биометрические документы. C2H5OH. В Беларуси празднуют День химика. Мария Бушкевич повторила таблицу Менделеева. Большая перемена. В бобруйских школах и гимназиях прошли последние звонки. Как это было? Яркий фасад, расписные стены и современное оборудование. В детской больнице ведут отделочные работы. Анастасия Похлёстова узнала, когда больница примет первых пациентов. Налоговые потери Нью-Йорка, репутация Кипра и яблоко раздора. Аналитики назвали самый популярный телефон года. Всегда начеку. В Беларуси проходит акция «Внимание, дети!». Водители просят быть внимательнее, притормаживать возле садика или школы, на зебре и во дворе. Первые дни летних каникул, заверяют сотрудники ГАИ, самый опасный ребенок может внезапно выскочить на дорогу. Инспекторы также проводят рейды, остановят лихачей и тех, кто везет маленьких пассажиров без специального кресла. В период проведения мероприятия движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться со включенным ближним светом фар либо дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в размере до 2 базовых величин. Милиция, учителя и родители организовывают для детей тематические конкурсы, викторины и веломарафоны. Напоминают, как надо себя вести на проезжей части. Безопасная кампания продлится до 5 июня. Безопасные экзамены, связь без границ и процедуры по лицензии. Правительство решило, кто и как может оказывать медуслуги. Чем еще страна жила на неделе, спросим у моего коллеги Владислава Боева. У него самый подробный обзор громких заголовков. В следующем году белорусам начнут выдавать электронные паспорта. Производство биометрических документов наладят иностранные специалисты. Они планировали приехать и опробовать программное обеспечение в мае. Визит отложили из-за пандемии. Между тем, начальник департамента по гражданству и миграции МВД заверил, задержка не повлияет на старт программы. Некоторые работы ведут дистанционно. Школьные экзамены пройдут с учетом рекомендаций Минздрава. Испытания организуют в больших помещениях, расставят антисептики для рук, будут обрабатывать дезраствором мебель и полы, часто проветривать. Дети сядут за парты по одному. Некоторые классы рассадят на 2 кабинета. Учащиеся, которые заболели коронавирусом или стали контактом первого уровня, останутся дома. Их аттестовали по годовым оценкам. С 15 по 23 июня Минобразование рекомендует школам провести консультации по ЦТ. Дополнительные занятия помогут абитуриентам лучше подготовиться и показать высокие результаты. Напомню, даты тестов перенесли. Испытание по белорусскому языку пройдет 25 июня. От Полярного края и до Полесья. В сентябре в союзном государстве планируют отменить роуминг. В Минсвязи отметили, пандемия внесла коррективы в сроки оформления документов. И все же новые правила для абонентов и мобильных операторов заработают в срок. В Беларуси продлили запрет на вывоз некоторых медтоваров до 1 июля. В списке защитные маски, костюмы, халаты и дыхательная аппаратура. Минздрав разрешит транспортировку этих изделий в исключительных случаях. При этом перевозчик должен получить в ведомстве специальную справку, иметь при себе опись ценного груза, обязательно указать количество товара и стоимость. Эстетическая хирургия, физиотерапия, косметология и лечебный массаж. Правительство утвердило процедуры, которые могут проводить лишь компании с медицинской лицензией. В списке 79 наименований. Консультанты Минздрава готовы разъяснить бизнесменам тонкости документа. Нормы заработают через 3 месяца. Граждане Синёка стали есть меньше картошки. Теперь в месяц на каждого приходится 4,8 килограмма. Также снизилось потребление рыбы. Мясо, молоко и сахар, наоборот, стали чаще появляться на обеденном столе. В исследовании не учитывали продукты, которые заказывают в столовых, кафе и ресторанах. Дыра в бюджете Нью-Йорка – самый популярный телефон в истории и без тормозов. В Австралии зафиксировали рекордную скорость проводного интернета. Моя коллега Кристина Риан держит руку на пульсе громких новостей из-за рубежа. Тысячи фильмов в секунду. Это может стать реальностью. Австралийские инженеры добились невероятного и разогнали интернет до 44 терабит. Пока такого нет нигде и в обозримом будущем вряд ли будет. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо. Мои коллеги Кристина Рианс и Владислав Боев с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем.
Ученые Синевокой создали съедобную упаковку. Материал разработали в лаборатории физико-химических проблем Белгосуниверситета. Для производства пленки используют исключительно растительное сырье. Сотрудники БГУ признаются, идею подсмотрели у китайских коллег. И добавляют, такая альтернатива полиэтиленовым пакетам – шаг навстречу чистой экологии. Сегодня в Беларуси чествуют химиков. В Бобруйске в отрасли заняты несколько десятков тысяч человек. Большинство работает на Белшине. Вулканизаторщики, закройщики, слесари и токари. Накануне сотрудников предприятия поздравили председатель горосполкома Александр Студнев и глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Мария Бушкевич тоже заглянула в гости на праздник. Цветы, подарки и дипломы. Сегодня профессиональный праздник отмечают более 9 тысяч химиков. Ранее в гости к работникам промышленного гиганта заглянул председатель горисполкома Александр Студнев. Что сегодня Белшина для города, мы все прекрасно знаем. Это рабочие места, это люди, которые работают. Поэтому я хочу пожелать в первую очередь вам всем здоровья, благополучия. И когда профессиональные праздники празднует Белшина, город празднует вместе с вами. Слова поздравления для коллектива подготовил и гендиректор Белшины. Андрей Бунаков пожелал сотрудникам успехов и крепкого здоровья. Я думаю, что у каждого шинника этот праздник живет в сердце. И он все равно остается значимым не только для тех, кто работает на предприятии, но и для всего города шинников, которым называют Бобруйск. Накануне бренд стал призером на ежегодном конкурсе концерна «Белнефтехим». Усовершенствованный рецепт протектора для сельхозтехники принес предприятию заслуженную награду и позволил сэкономить 86 тысяч рублей в 2019-м. Мониторя динамику цен на мировом рынке, выбрали те ингредиенты, то сырье, которое будет дешевле на сегодняшний день. Правильно, то есть со своими знаниями применили в рецепте, в режим смешения, ну и смогли без потери свойств технологических и эксплуатационных сделать продукт на порядок дешевле. Когда мы уже где-то, может, с третьего или четвертого раза вышли на то, чтобы мы готовы были собрать покрышку и сдать ее в ВЭЦ на испытание, значит, мы как бы этому делу уже обрадовались. Потому что у нас получилась эта работа всего нашего коллектива. На Беларуси резинотехники тоже хвастаются достижениями. За год увеличили производительность труда на 47%, средняя зарплата выросла на четверть. На предприятии изготавливают комплектующие для МАЗов, тракторов, поставляют продукцию на Минский завод колесных тягачей и Гомсельмаш. Мы планируем увеличивать, наращивать объемы производства. В данный момент экономическая ситуация показывает, что темпы роста объема продукции, объема реализации, объема производства, экспорта у нас растут. Они положительные. И такая динамика у нас сохраняется уже на протяжении многих месяцев. Бобруйский механико-технологический колледж – кузница кадров для химотрасли. В 2021-м здесь начнут обучать по новой специальности – сварочное производство. Ежегодно стены «Альма-Матер» покидают порядка 200 человек. С уверенностью могу сказать, что 70% электротехнического персонала нашего города, в том числе и руководящие кадры, это все выпускники нашего учебного заведения. Что касается по другим специальностям, то у нас тоже достаточно много людей, которые построили профессиональную карьеру. День химика – особая дата для каждого десятого бобруйчанина. У профильной отрасли, отметили эксперты, большой кадровый потенциал. Молодежь перенимает опыт ветеранов труда и становится частью коллектива. Мария Бушкевич, Мария Бересневич, Владимир Гребеневич, Максим Галионко. Итоги недели. Коронавирус разделил жизнь человечества на до и после. Больше 6 миллионов человек по всему миру подхватили опасную инфекцию. Выздоровело около 2 миллионов 700 тысяч. Почти 370 тысяч жизней спасти не удалось. Из-за пандемии в США изменили формат бостонского марафона. Впервые за 124 года забег пройдет онлайн. Участники должны будут зарегистрироваться на сайте, пробежать нужную дистанцию в одиночестве и предоставить организаторам доказательства. После этого спортсменам отправят на дом брендированную футболку, нагрудный знак бегуна и медаль. Тем временем норвежцы разводят руками. Исследования показали, жесткий карантин на скандинавском полуострове не принес никакой пользы. В Саудовской Аравии вскоре откроют более 90 тысяч мечетей. При этом детям и пожилым посещать храмы не советуют. Япония пошла на беспрецедентные меры. Местное правительство заплатит туристам по 185 долларов за день трипа по стране восходящего солнца. А вот что еще было на неделе.
Швейцария семимильными шагами наверстывает упущенное. Из-за низкой статистики зараженных власти решили ослабить карантин. Выход из режима изоляции пройдет в несколько этапов. С пятницы жителям государства разрешили собираться компаниями до 30 человек. Можно поиграть в футбол или выехать на пикник. Начиная с субботы, 6 июня, разрешены все общественные и частные мероприятия с числом участников, не превышающих 300 человек. Это и политические слеты, и семейные праздники, возможно, концерты, вечеринки, летние лагеря для детей, а также кинотеатры, театры и спортивные клубы. Англичане со следующей недели могут вновь ходить в гости. Правда, за одним столом должно быть не больше 6 человек. Еще одно условие – встреча с друзьями только на свежем воздухе. Никаких закрытых помещений. Пока было разрешено встречаться в парках, а теперь мы полагаем, что люди могут встречаться и в собственных садах и дворах. Большой разницы в эпидемиологических рисках тут нет. Бельгия тоже сделала шаг вперед. Национальная фирма, которая занимается книжными переплетами, запустила производство антивирусных масок для глухих и слабослышащих. Прозрачная ткань защищает от вирусов и позволяет читать по губам. За два дня мы приобрели швейные машины, закупили ткань и наладили рабочий цикл. Мы составили описание каждого этапа производства, обучили сотрудников, контролирующих качество. А к концу недели мы пригласили 15 волонтеров, которых научили шить. Мэрия Москвы анонсирует новый этап смягчения карантина с середины июня. Введенные ограничения будут снимать постепенно и осторожно, резюмируют в правительстве. В Москве как не считать? Может, сюда складывать, может, всю добавленную вот эту смертность сложить, но она все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию. Тем временем в Беларусь продолжаются поставки средств защиты. Крупная компания передала столичным врачам очки и маски, 100 инфракрасных термометров. Товар заказали в Китае. С иностранными производителями удалось договориться напрямую. Какое-то время назад мы позвонили вот к медикам и сказали, что мы бы хотели помочь. Они сказали, ну, если хотите, вот может быть. Но они настолько скромные люди, что мы, по-моему, там увеличили на 10 то, что они просили. Мы рады любой помощи, безусловно. К нам обращаются люди и компании самостоятельно, и физические лица. За последнее время наша больница получила финансовых средств в объеме порядка 65,5 тысяч рублей от 10 различных организаций. Некоторые больницы, которые были задействованы для лечения пациентов с пневмониями и коронавирусом, постепенно возвращаются к обычному режиму. Красные зоны дезинфицируют палаты, готовят к плановым госпитализациям. Со вторника этой недели началась работа нашего Минского городского онкологического диспансера в режиме оказания хирургической помощи. Следующий вторник он начнет оказывать помощь по всем профилям запланированным. Со следующей недели начнет принимать по своему профилю городская гинекологическая больница. Она у нас была предназначена для долечения целого ряда пациентов. И мы планируем, что следующим это будет больница скорой медицинской помощи, куда уже сегодня приостановлены госпитализации. Мы будем планово, посмотрим еще несколько дней, потом планово вводить этот крупнейший центр для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи по различным профилям, тоже в его режим работы, который полностью соответствует его работе в обычный период. В Молодечнинском и Борисовском районах перепрофилировали санатории. Все отдыхающие здравницы Вежути перенесли COVID-19. В номерах 35 человек, пожилые мужчины и женщины, помогают восстановиться эмоционально и физически. Здесь выстроена вся безбарьерная среда, но для любого пожилого человека главное – это доступность. В комнатах доступность, в столовой доступность, в процедурных кабинетах – это сегодня в полном объеме есть. Сегодня, общаясь с проживающими, мы услышали слова благодарности. А это самая главная высокая оценка, когда люди тебе говорят спасибо. Совмин принял дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В бракосочетание внесены корректировки. На роспись теперь можно приглашать максимум 10 человек. Меньше можно, больше нельзя. Большинство молодоженов сами благоразумные, действительно говорят, мы уменьшили количество гостей даже до выхода этого постановления. Заявления активно подаются на все лето, традиционно это жаркая пора, июнь, июль, август, и заявления идут. Май пока сейчас судить очень сложно, потому что май традиционно мало свадебный месяц. Количество гостей на церемонии в каждом конкретном случае имеет право устанавливать руководство ЗАГСа. В Бобруйске, если свадьба проходит в малом зале, рекомендуют звать только родителей. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Здесь будет город-сад. До конца года на проспекте Строителей возведут 5 многоэтажек.
Седьмой микрорайон растет на глазах, рассказывают местные. За 10 лет сдали больше 20 домов. У Луковой горы живет уже порядка 30 тысяч человек. Осенью здесь откроют детский сад. Двухэтажный корпус вместит 240 мальчиков и девочек. Социально важным объектом займутся в ближайшее время, отметили в горосполкоме. В парке семейных деревьев продолжают высаживать новые растения. Возле торгового центра строят спортивный комплекс. Идет строительство физкультурно-оздоровительного центра, в которые будут включены также многофункциональные залы по игре в волейбол, футбол, гимнастический зал, бассейн и теннисные корты. На здоровье! Строительство детской больницы в Бобруйске вышло на финишную прямую. Рабочие идут с опережением, готовность объекта 90%. Анастасия Похлёстова узнала, когда новоселье. Позади отделочные работы. Городская детская больница вскоре предстанет во всей красе. Фасад утеплили минеральной ватой. Этот материал не боится грибка. Сейчас везем отделочные работы по зданию поликлиники, устройство вентилируемого фасада и благоустройство. Белый, оранжевый, желтый. Корпуса украсили яркие долговечные панели. На данном объекте используется оно металлическое, с полимерным покрытием. Оно очень прочное, не подвержено ни солнечному воздействию, ни осадкам. Служба долговечная, гарантийный срок у него до 15 лет. Палаты и коридоры уже готовы. Совсем скоро поставят мебель. Пока же здесь работают умельцы из художественного колледжа. Уже 2 недели мастера лихо орудуют кистями и красками. Превращают однотонные стены в произведения искусства. Тематика нас подбирала, соответственно, возрасту деток, которые здесь будут находиться. Медвежатки, какие-то маленькие зайчики должны быть, наши узнаваемые персонажи. Значит, гамма цветовая, соответственно, смотрелась, что подходила под фон стен, мягкая, не напрягала, не раздражала зрение. Анастасия Шкода впервые расписывает стены. Девушка признается, до этого рисовала только на бумаге, но рада новому опыту. Особо никакой специфики нет, просто пару приемов, которые мы проходили в колледже, и на этом все. Художники применяют водоэмульсионную краску. Готовые росписи не боятся грязных рук. Стены можно мыть простой мокрой тряпкой. По всей больнице напишут порядка 60 таких иллюстраций. Вокруг здания установят игровые комплексы и беседки. Высадят 35 кленов и туй, 1800 кустарников и 2400 многолетних цветов. Работы продвигаются по мере установки бордюрного камня, тротуарной плитки. По мере движения производят озеленение территории. Строители опережают рабочий график. Детская больница примет первых пациентов уже в июле. Анастасия Похлёстова, Николай Силков, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Безопасное лето. Центры доп. Образования уходят в онлайн. Мастер-классы, тренинги, семинары будут транслироваться через приложение Zoom раз в неделю с 10 до 12. Педагоги помогут дистанционно познать азы робототехники, 3D-моделирования, IT-технологий. Полный список занятий на страничке учреждения в Инстаграме. Старт 1 июня. Некоторые кружки и секции продолжат работать в обычном режиме. Кроме лагерей с дневным пребыванием, которые будут работать на базах учреждения образования, лагеря будут палаточные с выходом, будут лагеря профильные. Выйдем в этом году, у нас наш лагерь палаточный передвижной «Атлант» состоится на 35 человек. Ну и, конечно же, самая, наверное, большая работа предстоит весь сезон с июня по август 2020 года. Это работа нашей виртуальной площадки, которая называется «Центрифуга». Куда уходит детство? В бобруйских гимназиях и школах прозвенели последние звонки. Наша съемочная группа узнала, как это было. Родители и педагоги в защитных масках. Пандемия внесла корректировки в дресс-код приглашенных на последний звонок. В 32-й школе послабление сделали лишь для 11-классников. Сценарий праздника переписала погода. Все переместились в зал. Перед входом обязательная дезинфекция рук. Рассадка через одного. Я расстроилась, когда узнала, что у нас не будет такого праздника, как у всех 11-классников. Но, в принципе, суета майская, я могу сказать, что она осталась. То есть мы все равно готовили флешмоб, готовили платье, искали. Торжественная линейка и прощальный вальс. В форме с шевроном будущие следователи и юристы. В 31-й школе впервые выпускают правовой класс. Слезы радости не сдерживают ни дети, ни учителя. Дети все были хорошие, прекрасные. То есть,
замечательное, которое, наверное, не забудешь. Ты что там того ждет, это первый выпуск? Букварь, прописи, крючки и палочки позади. Смартфоны родителей пополнились новыми фрагментами из жизни детей. Она была одна из самых маленьких, с двумя бантиками, с огромным букетом роз. Она очень хотела в школу и очень переживала, как все пройдет 1 сентября. Смешанные эмоции. Я понимаю, какой большой и интересный этап ждет впереди. И понимаю, что детство моего ребенка подошло к концу, к сожалению. Гимназия номер 1 разделила потоки. Последний звонок для 11 А и 11 Б прозвучал в разное время. Вместо привычных воздушных шаров здесь выпустили в небо голубей. Директор Анна Шатила рассказывает, выпускной 2020 проведут на свежем воздухе. Праздник будет незабываемым. Мероприятие наподобие вручения «Оскара» с ковровой дорожкой, с торжественным вручением аттестатов, с фотозоной на память для наших учащихся. Уже завтра выпускников ждет первый экзамен, а после небольшой перерыв и ЦТ. Мария Бересневич, Максим Галионко. Итоги недели. Рекордная скорость мировой паутины, денежные потери американского мегаполиса и ноу-хау из дерева. В Японии начали продавать палочки для нажатия на кнопки лифта. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Кристине Арианс. iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в мире. За первый квартал 2020-го в Apple отгрузили почти 20 миллионов устройств. Гордости добавляет и то, что 11-ка показала небывалые результаты во время пандемии. Аналитики же считают, причиной успеха девайса стала более низкая цена и широкий набор функций. На второй строчке рейтинга с огромным отставанием оказался Samsung Galaxy A51. Объем поставок чуть меньше 7 миллионов. Далее идут Xiaomi Redmi Note 8 и версия Pro. К слову, в прошлом году продукт яблочной компании также возглавлял золотой список. Люди купили 13,5 миллионов айфонов XR. Бюджет Нью-Йорка потерял 9 миллиардов долларов налогов. Всему виной карантин. Нехватка средств может повлечь за собой массовое увольнение местных чиновников. Ответственность за ситуацию мэр возложил на республиканцев. Они, в свою очередь, отказываются выделять деньги для госслужащих из резерва. Только по предварительным подсчетам на восстановление экономики мегаполиса потребуется около 17 миллиардов долларов, а штату и вовсе 34. В Австралии зафиксировали невероятную скорость интернета. Ее хватит, чтобы одновременно скачивать видео с 50 дисков в сверхвысоком качестве. Новый рекорд – 44 терабит в секунду. Что самое интересное, исследователи использовали стандартное оптоволокно. Протяженность кабеля – 75 километров. Этот результат позволяет сделать вывод, что потенциал существующих линий не используется на 100%. Пока такая скорость передачи данных превосходит потребности потребителей. Однако и это время. Власти Кипра пообещали компенсировать расходы туристов на лечение COVID-19. Планируют оплачивать проживание, питание и лечение иностранцев с подтвержденным коронавирусом, а также членов их семей, которые приехали с ними. Заболевшие самостоятельно оплатят лишь поездку на такси до аэропорта и перелет домой. На острове уже оборудована больница на 100 коек. В специальном карантинном отеле подготовлены 500 номеров для родственников с отрицательными результатами. Туризм, напомню, составляет 13% экономики островного государства. В Японии нашли способ в борьбе с пандемией. В стране восходящего солнца начали продавать палочки для нажатия на кнопки в лифте. Выпускать их стал производитель зубочисток. Ноу-хау так и называется, цитата, «бесконтактные палочки от производителя зубочисток» со слоганом «нажимайте сколько душе угодно». В комплекте 120 штук длиной примерно 7,5 сантиметров плюс контейнер для хранения использованных. Стоимость упаковки $5. Стилусы для подъемника производят из древесины с Хоккайдо. Местные породы трудно обрабатывать для других целей после воздействия влаги. Чего только не придумают, у меня все. Спасибо, моя коллега Кристина Риан с обзором громких новостей из-за рубежа. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск 360» и я, Николай Силков. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.